Всем привет! Это очередная часть про поездку в Кимра и очередной тур. И против меня играл Ярулин Руфат с рейтингом 2005 первый разряд. Ну а я Чарли против него. И эту партию я снова проиграл. И если до этого я проиграл партию и сказал, что я просто по своей дурости, ну, просто забыл про ловушку, то в этот раз я проиграл только из-за того, что я наиграл полную хрень на доске. Вот реально, иногда вот так заносит, играешь ерунду, не справляешься с управлением. И после этой партии себе сказал, в следующий раз надо играть внимательнее, собраннее и осторожнее. И больше я не проигрывал в этом турнире. Концовку выдал хорошую. Ну а мы посмотрим, что было тут. Он всегда катает английское начало. Вообще, такой... мерзкий соперник в том плане, что вот так катает на ничейку, ничейку. Потом почти в каждую предлагал ничью. Ну, в моей он не предлагал, потому что я, ну как это, никаких ничьих. Либо проиграть, либо выиграть. Такой настрой всегда в классику. Поэтому конь f6, конь f3, g6. Ну и я пытаюсь из английского начала перейти во что-то более интересное. Он сыграл конь c3, я сыграл d5. Как в защите Грюнфельда принято. Взяли, взяли. Ну, вот, например, если бы какой-то там e4, то вот она, например, на доске. Но он избрал другое продолжение. Это рокировка. Тоже вполне возможно. Ну, вот теперь, когда слон на g2, вот так он простреливает диагональ, не очень актуально как-то толкать пешку c. Потому что он может просто к пункту b7 привязаться. Может быть, где-то когда-то придется играть c6. Не факт. Либо конь c6, как я избрал. Да, конь так вроде странно встает перед пешкой c. Но именно в этой структуре это вполне возможно. Потому что все равно никаких подрывов речи идти не может. Он еще даже не двигал ни пешку e, ни пешку d. То есть центральной пешки не двигал. Я просто развиваюсь. И вот теперь, когда я вывел коня, он сыграл d4. Конь b6, пункт d4 висит. Вот стоя пешка на e4, у него были бы проблемы, потому что у него зависала бы пешка d4, как в Грюнфельде. А тут пешка-то на e2, и он, конечно, пошел e3 вот так плотно. d4 пункт держится, падает слон у него тухловатый на c1, но это проблема решаемая. И, ну, надо как-то играть на победу, долбить центр, и потому, конечно, e5. Ну, очевидно, что мне выгодно вот это дело. Потому что центр разгружается, слон остается тухлым на c1. А у меня хорошие фигуры, мощный слон на g7. А этого товарища на g2 мы прикроем при случае, опять-таки, ходом c6. И у него ничего там особо нету. То есть это была бы хорошая позиция. Мне это вполне устраивало. Он тут пошел d5, тоже вполне логично. Конь e7, e4. О, то, что я к чему и стремился. Теперь можно проводить стратегические идеи, потому что у него пешки на e4, d5. И стандартные подрывы идеи это сыграть f5. Но в стратегической защите, вот что важно, на d6 стоит черная пешка. Те, кто говорит стратегику, поймут, да, о чем речь. Там e4, ой, d4, конь f6, c4, g6. Конь c3, d6, e4 и так далее. Тут же пешки на d6 у меня нету. То есть он где-то может пробить меня по центру. И потом я задумал такую тему. Мне казалось, что это интересно. Я играю конь c4 с идеей просто коня поставить на d6. Лучше пусть стоит конь, чем пешка. Потому что он еще будет поддерживать ходы f5 и давить на e4. Мне казалось, что это хорошая идея. Плюс он мне еще и помог. Он взял, сыграл ферзь b3. Сам меня подогнал туда, куда я как бы и собирался. Конь d6. Конь d6. Вместо пешки у меня теперь вот тут конь, и он поддерживает тоже ход f5. Я был доволен позицией, потому что что-то такое, думал, сейчас намутится. И он сыграл ладья e1. Вполне вроде логично. Ну, это нормально сыграл. И вот с этого момента я начал делать хрень. Мне показалось, что, несмотря на ход ладья e1, я все равно могу позволить себе пойти f5. Что я и сделал. Я долго считал, оценил... И пошел f5. Выглядит мега рискованно, потому что как минимум ферзь на b3 посматривает на короля. А пешка e5 вообще-то тупо зависает в эндах. Но я так посчитал,
мне показалось, я могу отдать центральную пешку для того, чтобы мои фигуры ожили. И примерный вариант такой. Взяли. Сейчас. Он взял на f5. Я взял конем. Он взял на e5. Конь d4. Ферзь d1. И на этом я оборвал. Я смотрю, у меня ладья по линии f. У меня мощный слон на g7. Правда, у меня подвисает конь на d4. Но мне кажется, я могу его увести на f5. И какая-то активность фигур. Вот это слон на c8 активный, слон на g7. Ладья по линии f. А у него какой-то там конь где-то может повесить на e5. А пешка d5 изолированная, слабая. То есть, ну что он ей сделал? Да ничего. На доске все фигуры. Все фигуры. Поэтому о пешках как думать рано. Ну а комп все это оценивает, мягко говоря, с сомнением. Потому что он говорит, что я тупо без пешки. Может, он и прав. Может, это реально рисковая затея. Но причем мне казалось, что все хорошо тут. Но на f5 вот последовало вот это непонятно, как в Стариндике это. Всегда вот этот конь на g5 и на e6 лезет. Долго думал, что делать опять. Либо f4. Вот f4, как-то я подумал над ходом. Не прям сейчас. Либо взять на e4. Ну, взять на e4, это сдать пункт e4. Меня не может это устроить, потому что он там влезет фигурой, конем или потом слоном, и после останусь без этого пункта. Но у него пешка на d5 слабая, это все сложно. Мне кажется, что я могу позволить просто его выбить. Пешка уже, да, уже на e6, и поддерживает ферзь, и далеко, да, поле превращения, но опять-таки, мне казалось, что все нормально, сейчас все будет. Король h7, я просто увел короля из-под этого рентгена, все-таки неприятно. Конь h4, конь h4, понятно, он лезет на c5, например. Поэтому я просто ограничил. Опять, выглядит рискованно, но я вот считал, я вот реально как-то авантюрно играл эту партию, как-то не настроился. Я видел и вполне осознанно отдал качество. То есть, он взял, я это видел, осмотрел. Я не собирался там не уводить ладью, ничего. Я взял конь бьет f5. Я и хотел, чтобы он взял у меня ладью на a8. Я взял. И идея была конь d4, конь f3, например, где-то влезть. Мой конь на d4 будет реально силен, если туда влезу. Надо играть. Слон e3. Вырубили. Вырубили. И, например, если бьет ферзем, то какой-то ладья f3. Ферзь f8. Потом опять конь f5, конь d4. Вот эта идея. Вот конь на d4. Главная идея. Потом закрепить его ходом c5. Но это я мыслил все схемами. А потом тупо можно даже скинуть пешку e4. И мой слон на g7 будет силен. Это я все мыслил схемами. Без особых расчетов таких глубоких. Другое дело, что надо смотреть не это взятие, ну и, например, и это. Но это как-то вообще не смотрится, да? Ну, идея в том, чтобы мой конь никуда не прыгал на d4, еще что-то. А он поборется за линию f. Это, не знаю, по-моему, даже интереснее и сильнее. Но все-таки есть какой-то там и конь e4 ход. И так далее. Ну, по-моему, ну, видно, что все-таки авантюра какая-то не то. Он сразу сыграл слон e3. Он испугался, не взял мою ладью. Ну, вот слона такого красавца белопольного, конечно, неохота сдавать. Но теперь смысла оставлять я не видел. Под боем увел. Слон c6, он лезет на d7. Видно, что я наиграл бред. Моя позиция с каждым ходом все хуже. Этого слона надо выбить. Ферзь e3. Ну, опять идея вот. Вот конь d4, ошибка. Я недооценил ход. Е7. Он мог пойти Е7. И слава богу, он сразу его не сделал, но он потом добавил. И было мне вообще неприятно. А можно было, например, сыграть ферзь f6, прицелиться так незаметно к пункту f2. И попробовать конь d4, конь f3, шах. Вот. Что-то такое сделать. Например, слон d7, просто ладья d8. Наверное, так было сильнее, а я сразу пошел. Конь d4, ладья d1, ферзь f6. Ферзь f6, но вот вся проблема в том, что это уже не то. Я просчитался, и потому что я не видел вот этот ход, который он поднял. Вот если бы не этот ход, было бы все нормально. Но ход, который он сделал, реально силен. Вот, просчитался, зевнул, я его недооценил. То есть я хлопнул этот ход, ферзь f6, только потом понял, что у меня проблемы после хода e7. И он его поднял, долго считал.
И тогда уже я понял, что дела плохи. Я не могу брать на Е7 пешку. Если я возьму на Е7 ферзем, последует ладья бьет D4. Взяли. Взяли. Ну и понятно, да? То есть, это просто зевок. Я не видел идею Е7 заранее. Только когда уже сходил. Я и что делать? У меня тухло. Надо было, конечно, обязательно забирать качество. Но катать такую позицию без качества. Да, конь D4 хороший, но качество есть качество. Ну, даже пешка. Ну, не очень понятно, что я хочу в этой позиции. Но это и было лучшее. Я вообще что-то начал ерунду делать. Ферзь бьет F2. Оценка сразу плюс 1. Еще добавилась в пользу белых. Там теперь плюс 2,5. Ладья под боем. На F8. И я решил подзамутить. Что делать? Ладью уводить как-то неохота, все равно он Е8 сыграет. И я сыграл конь F3. Я видел, что у меня ловится ферзь. Я видел это. Но я считал, и меня заглючило. Мне казалось, что я где-то там конем попадаю на F2. То есть, смотрите, он сыграл ладья Е2. Вот просто вот реально мозги не соображали в тот день. Мне казалось, что мой конь попадет на F2. Даст вилку на короля и на ферзя, я и более-менее что-то, хотя все равно тухло, да, потому что там еще слон на c6. Все равно плохо, но полный бред. Дальше. Ферзь под боем, ладья под боем. Я продолжаю мутить, я вторую ладью ставлю под бой. Реально прикол. Я думал, он возьмет ферзя. Я бью ладью. Сейчас, погодите. Ладья f1, но если король g2, то у меня ничья. У меня ничья после ладья g1, король h3, конь g5. Король g4, ладья бьет f2, но если он назад. И как бы вечный шах я тут точно должен выписать, если вообще не выиграть. Тут вообще что-то непонятное происходит. А вот если король h4 пойти, то просто ладья бьет f2 с угрозой ладья h2. Тухло. Но это полный все бред, потому что он не обязан брать моего ферзя. И вообще он не обязан идти в эти авантюры. Может сыграть ладья f1. Я заберу шах, король g2, ладья g1. И теперь есть король f2. И как бы мои интриги заканчиваются на этом, видимо. Ну, все равно прикольно вышло так эпично. Ферзь под боем, ладья под боем, и я еще одну ладью под бой, под пешку Е. Ну, тут уже выгода как угодно. Он взял, я взял, он взял. Вот тут он уже просто растелся, он мог просто пойти к ладью 2, но у меня ничего нету. Ладья же один, я считал, хоть какой-то шаг там вечный. Стоп, 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 я не то надвигал. Король g2. Сейчас, извините, король g2. Ладья g1, просто король f3. Чего я не говорю? Просто король f3. И на этом все. Он же много, он, а он почему, зачем-то сыграл ладья f1, испугался, он мог это уже не делать, потому что у меня уже конь на f3 зависает. Все-таки я хоть немножко, но я его запутал. Ну и что выходит? У меня ладья и две пешки, а у него ферзь. Как бы плохо дело. Я что-то пытался вот. Конь d2. Напал на ферзя, защитил ладью f1. У меня еще и конь зависал, поэтому это единственный ход, и найти его несложно. Ферзь d2, ладья c1. Он напал на коня, я напал на слона. Пытаюсь хоть как-то что-то делать. Но слон e8, конь c4. Конь c4, с идеей, я хотел сыграть ладья c2, и потом он бьет на c2, да, это в уме можно, и конь e3 вилка, такая коварная ловушка, ну не ловушка, но хоть что-то, но все равно, даже в таких тухлых позициях, как у меня, какой бред я наиграл, все равно надо пытаться хоть что-то, какие-то эти штуки делать, заманухи, потому что он взрослый человек, ему за 50 лет, за 60.
И мы говорили, не по 5 минут блицок, а долгой партии, он может устать, он может ошибиться. Не надо, типа, у меня все плохо, надо сдаться, например. Не, попробуй еще поиграть, пока есть ресурсы борьбы, вот я считаю, если хоть какой-то шанс есть, хоть что-то сделать, надо это делать. Плевать, что играешь полный бред, все равно в каждом бреду, ну не в каждом, а во многих бреду бывает такое, что это на самом деле что-то гениальное. Помню, вот пример, хорошо запомнилось. Радио человек изобрел, и когда он только озвучил, и, типа, во, у меня идея радио передавать. Ему сказали, ты что, дурак, что ли, это звук передавать волнами, ну ты что несешь такого, невозможно. И вскоре это радио изобрели. Так и тут. Бред, да, ну а вдруг там что-то гениальное будет. Но он ферзь d3 сыграл, и все равно ладья c2, шах. Ну понятно, что он не взял, не попался, просто король h3, ладья c1. Надо ладью ведь вывести из-под боя. Но тут все тухло, и просто слон g6, ферзь d5, и я сдался, потому что, ну как бы, все плохо. Я, если иду на f8, он мне ставит мат на f7. Если я иду на h8, то я...